хочешь быть в курсе последних новостей туризма, подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Мы приехали в аэровокзал Одессы. Это, я так понимаю, старый. А здесь вот находится новый. Он крутой. А этот такой Советский Союз. Попадаем в зону сдачи багажа. Такой прикольный. Одесситы, конечно, молодцы. С чувствами про них все хорошо. Сейчас только что проходили регистрацию, сдавали багаж, и женщина, которая сидит на выдаче билетов, говорит: а вас нету на рейсе? И все, с таким серьезным видом мы начали искать нашего представителя. Потом она говорит: да нет, все нормально, шутка. Ну и потом продолжение она: а вам что, наш город не понравился? Ну, останетесь у нас здесь, поживете, хорошо. Давайте посмотрим с вами еще раз аэропорт, более подробно разберем. Смотрите, справа находится новый терминал. Он сейчас работает только на прилет из Киева. Сейчас быстро сбегаем в него, посмотрим, что он из себя представляет. Выглядит он красиво. А слева находится аэровокзал. И это реально аэровокзал. Это обычный вокзал. Красавец, новый аэровокзал. Современный, красивый, стильный. Заходим через двери, которые крутятся. Ну, вот он, красавец. Он еще ремонтируется, здесь ничего нету. Свежий, там еще в соседнем корпусе проходит ремонт. И, как я говорил, коллега мне сказал, что здесь сейчас только прилеты из Киева идут. Видите, все пусто. Поговорил с охранником, он сказал, что данный вокзал, аэровокзал, будет работать с сентября, приблизительно уже в полную силу, как международный, но также останется и старый. Сейчас вернемся в старый, посмотрим старый с вами. Там за стенкой находится еще один зал. Сейчас он закрыт, там идет ремонт. Красивый. Возвращаемся с вами в старый аэровокзал. На контрасте будет очень сейчас интересно вам посмотреть, потому что это реально вокзал Советского Союза такой. И там ничего не поменялось. Итак, еще раз. Новый аэровокзал. Старый аэровокзал. Заходим внутрь. Здесь все как обычно. Информационное табло. Находите в информационном табло ваш рейс. После вы сдаете ваш багаж, получаете билеты. Здесь на экранах указаны номера рейсов. Вот, например, Янаэр YE-219. Вылет 15.15 на Батуми. Норма 23 килограмма. Ручная кладь 10. И на каждого человека по одному багажу. Здесь же есть второй этаж. Там тоже зона отдыха, можно посидеть. Также третий этаж здесь есть. Здесь есть также, можно купить билеты. Много авиакасс. И одна кафешка, где можно покушать. Запаковать багаж. Здесь уже 90 гривен стоит. 20 гривен стоило в Киеве, в Жулянах. Здесь 90. Вот и весь. Сейчас будем проходить с вами. Проходим контроль безопасности. Сдаем, показываем вещи. Все металлические вещи снимаем. И потом проходим пограничный паспортный контроль. Проходим пограничный контроль. Ваши паспорта проверяют, ставят вам штамп в паспорт. И попадаем в зону duty free. Зона уже вылета. Здесь есть кафе, один зал и вот duty free. Давайте сходим посмотрим. Посмотрим, что есть duty free, какие цены. Косметика, туалетные воды. Цены такие же, как и в Киеве приблизительно. Можно посмотреть. Аква. 72 евро, Булгари 78, полочка с акциями или с разными наборами. Смотрите, то, что можно в Одессе duty free. Calvin Klein 30 евро, Boss 40, Юга и так далее.
отдел спиртного. Как обычно, ищите таблички с надписью Special Offer. Это будет лучшая цена. Чивос 18-летний 79 евро, 12-35 литровый. Вот, например, 39 евро. Глен Морган. Мартини по 8 евро, вот как раз таки Special Offer. Цены. Вина по 6 евро. Текила литровая по 17 евро. Финляндия 15. Есть уголок украинских напитков. Немиров по 6 евро. Полтора литровая бутылка. По 5 евро даже я вижу, тут двухлитровая. Первак. Казацкая Рада. Сигареты, шоколад. Ну и все, видите, он небольшой, но все есть. Цены здесь такие же, как в Киеве, в Борисполе и в Жулянах. Кафешка, можно покушать. Вот что здесь по ценам. Есть еще один зал вылета, тоже небольшой. Второй дьюти-фри закрыт сейчас. И, в принципе, все. Вот он весь аэропорт. По дьюти-фри, если вы едете через Белоруссию, летите с выезжаете из Минска, едете на Трансфере, например, то вы можете на границе между Белоруссией и Украиной, у нас есть дьюти-фри, и там все купить. Там цены гораздо лучше, чем даже по сравнению с Москвой, Киевом, Борисполем, Жулянами. Вот сколько сравниваю, например, коньяк там стоит от 10 евро, мартини от 5, а здесь это примерно 17 евро, поэтому на 7 евро дороже. Покупайте у нас. Барная стойка, интересно, сделана из чемодана. Не видел такого нигде еще ни разу. Хорошая задумка, молодцы ребята. Вот он сам аэропорт, взлетная полоса. Небольшой аэропорт у них здесь. За 40 минут начинается регистрация на рейс, посадка. Уже проходите сюда, садитесь в автобус, вас везут к самолету и посадка. Садимся в самолет, и нас довозят до нашего. Вот наш борт. Рядышком. Белавия улетает на Минск. Вот он наш самолет. Хотите на отдых в этот тур или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.